В МЧС отмечают, что из-за обилия снега и ранней весны ситуация в этом году будет сложной. Чтобы не допустить подтоплений, специалисты инженерных войск уже начали взрывать лед на реках. Противопаводковые работы были проведены в русле реки Сура в районе села Сара Сурского района. Если при наихудшем сценарии, здесь у нас при заторообразовании получится затопление 7 домов и количество людей, которые здесь проживают, 16 человек. Чтобы взрыв получился эффективным, специалисты сначала тщательно исследовали поверхность. Саперы пробурили лунки и уложили в них взрывчатое вещество. Для взрыва используется промышленное взрывчатое вещество тротил, опрессованное в шашках по 400 грамм. Нами подготовлены боевики весом 1 килограмм 600 грамм. Каждый боевик спускается в лунку на заданную глубину, исходя из расчета по толщине льда. Всего 38 килограмм взрывчатки. Остается самое главное – взорвать большую глыбу льда. Кстати, подводных жителей постарались уберечь. Перед основным взрывом провели предварительный, чтобы распугать рыбу. После взрыва вода не будет накапливаться в русле, а свободно уйдет вниз по течению. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.